Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы гуляем в центре Уфы, в районе Монумента Дружбы, набережной реки Белой. Республика Башкортостан, Россия. Прекрасные летние вечера и ночи. Вот, видим автомобильные мосты. Здесь вот причал района Монумента Дружбы. Конечно, уже стемнело, не так хорошо видно, но то, что удастся передать камерой, то передам. Здесь вот причал, отсюда отходят прогулочные теплоходы, и здесь несколько. Ходят они по реке Белая до района телецентра, памятника Салавата Юлаева и вот обратно к монументу Дружбы. В этом году стоимость прогулки 400 рублей, взрослый билет стоит. Сам монумент Дружбы, вот он, виден. Там наверху проезжая часть, ну а мы здесь, на этом участке Уфимской набережной, прогуливаемся в районе монумента Дружбы. Вот такие вот деревца в катках, цветочки вот такие тоже классно сделаны, на подвесных тоже таких вот как бы вазонах, или тоже как-то катки можно назвать. И такое вот освещение. Поснимал уже несколько частей. Эта часть, конечно, будет короткая. Вот, просто хочется еще передать, как выглядит вечерняя Уфимская набережная в районе Монумента Дружбы. Ну, остановит движение трафик автомобилей там наверху. Остановка, это мы здесь на среднем ярусе, так сказать. Нижний ярус туда, вот где сами причалы. Вон там народу полно, да и вообще везде народу полно. Лето, разгар лета. Народ гуляет, отдыхает, наслаждается жизнью. Так и нужно, правильно. Погодка тем более чудесная, летняя. Где-то примерно плюс 25 градусов, наверное. Ну, по моим ощущениям личным. То есть комфортно, тепло. Не жарко, не холодно, а самое то, как нужно. Ну и вот, пожалуйста, этот район. Там пирсы, причала, теплоходы швартуются. Ну и вот один из подземных переходов. На ту сторону можно перейти к остановке, сесть уже на общественный транспорт и поехать по своим делам куда нужно. На противоположной стороне микрорайон Цыганская Поляна. Там частный сектор, пляж Солнечный. Вон там огоньки, машины. Вон даже самолет или что-то летит, видно. Ну, на камеру, наверное, плохо будет видно. В общем, комфортно здесь, мне нравится. И денек, вечерок комфортный. Поднимаемся наверх к остановке.